Всем привет, с вами Раиль Арсланов, автор канала «Хижина музыканта». Вы сейчас находитесь на моем самом-самом первом канале на Ютубе, где я стартовал свою карьеру. Канал был открыт в 2010 году, еще 15 лет назад. И сюда я давно хочу вернуть формат влогов, но все никак не было подходящего случая. И сейчас вот идеальный момент. Хочу взять с собой камеру, мы отправляемся в Карелию на недельный отпуск. Ну что, погнали, выдвигаемся, я уже все приготовил, у меня здесь... Гитары я не беру, кстати, рюкзачок и палатку с собой беру. Мы на месте. Завтра начинается трип. Втихаря выходит из тачки такой скромный парень, тот самый Никита Марвелос. Ё-моё! Здорово, здорово. Маленькая. Прикинь. 3 года, ребят, не виделись. Последний раз был в Карелии в 2021 году. Вот. Когда выпускали альбом «Время юности». У него очень крутая стабилизация, но вот для клипов чуть-чуть не хватает. На него влоги снимать круто, всякие да. Домашние видео. И говорить еще «Порш по номеру, там где не твоего отдела, то, что ты не рядом, это В общем, всем доброе утро. Заночевали в Петрозаводске. Ну вы только посмотрите, кто к нам приехал. Ахрор. Собственно, продукты вон. Надо бы отгрузить. И уже выезжать на первый глэмпинг. Просыпаюсь рано, только ничего не помню. Вечная дорога впереди, еще и сколько. Прямое включение из поселка Импилахти. Пригнали вот в Карелию и заселяемся в Карелия парк. Посмотрите, какое замечательное место. Давайте пройдем внутрь и сделаем рум-тур. Ну, красота. Небольшая сауна здесь есть. Прибыла новая партия ребят. Прямиком из Петрозаводска. Че, как дела? Хорошо. Отлично, доехали. Молодцы. Обувайся. Так, у нас тут к вечеру готовится чан. С кайфом будем греться и смотреть вот на такой вот вид. Никита, что, с музыки не хватает бабла, да? Подрабатываешь шашлычником? Да. Дальнобойщиком. Дальнобойщиком. Чё за видок, ё-моё. Никит, можете быстрее, пожалуйста, сделать? Не, вечером лучше сделаем. Конечно. Жучок. Вот другое дело. То, что нужно. Да. Понял? Это мотивация. Да, да, как это морковка, давай. Морковка для зайчика. Порш по номеру там, где нет твоего тела. То, что ты не рядом, это больше не проблема. Дальше нарезать, ведь ты же этого хотела. Что ты будешь с этим делать, то уже не мое дело. Порш по номеру там, где нет твоего тела. То, что ты не рядом, это больше не проблема. Дальше нарезать, ведь ты же этого хотела. Что ты будешь с этим делать, то уже не мое дело. Порш по номеру там, где нет твоего тела. То, что ты не рядом, это больше не проблема. Дальше нарезать, ведь ты же этого хотела. Что ты будешь с этим делать. Собственно, вот наш домик. И сейчас выезжаем на шхеры. Будем кататься. Бай-бай! В общем, друзья, арендовали 2 лодочки и выбрались посмотреть на ладожские шхеры.
надо выбрать живописное место. Вот здесь, наверное, записать, да? И потом чилить. Давай. Поближе к ним. Давай. Порш Панамера, там, где нет твоего тела. То, что ты не рядом, это больше не проблема. Таешь на низах, ведь ты же этого хотела. Что ты будешь с этим делать, то уже не мое дело. Порш Панамера, там, где нет твоего тела. То, что ты не рядом, это больше не проблема. Таешь на низах, ведь ты же этого хотела. Что ты будешь с этим делать, то уже не мое дело. Вставал, падал, скованный траблом. Танешь взглядом, выкинь свои таблы. Она знает, baby. Пятилетний ребенок снимает клип. Что, начинается третий день в Карелии. Держим путь в Сортавал. И вот пригнали по пути в форелевую ферму пообедать. Ребятки уже вот все заказали. Пока молодой, пока молодой. Двигай за мечтой, двигай за мечтой. Дорогие друзья, я ваш гид. Они же любят так этот чай. Ну знаете, вот великое Петротворение слева направо, справа налево, я уж все забыл. Сзади у нас едет. Хижина музыканта представляется. Хижина музыканта, поехали. Дожди по подоконникам, я не по погоде. Бегу по мостовой, я не знаю, что со мной. Капель по мокрым улицам, кажется, получится свидеться с тобой. Ой-ой-ой. Юрегнен ярма, ярма, ярма. Тойшам сиган ярма, ярма, ярма. Им бэхэтле парма, парма, парма. Кумлим сина ошкана. А за окном рассвет режет душу мою. Я буду петь, ты рядом немного побудь. А за окном рассвет еще пару минут. Я буду петь, ты рядом немного побудь. Да, вместо музыки очищение организма взять Малахова. Кстати, давно его не слышно, не видно. Тут, собственно, диски продаются на заправке. Я до сих пор ищу способ, короче, МРТ. Там же диск. Да-да-да. Сохранить и скинуть. А тут музыку продают. Вот это отдых, ребята. Второй день уже под дождь попадаем. В парке Русский Алла на данный момент находимся. Ху-ху-ху. Проверка оператора на выдержку. Ху-ху! Вот такая вот, ребята, погода. Карелии, отдых. Удался. Спасаемся от дождя, как можем. Мы ищем говядину мраморную, а тут только как. Она у нас где? В животе. А вот и Рукьяльский экспресс, прям как из Хогвартса. Ну что, дождь не покидает нас уже второй день в Карелии. Посмотрели парк Русский Алла. Сейчас направляемся в Сортавал, чтобы закупиться. И уже в глэмпинге Карелия Лав с кайфом пожарить шашлычки. Заодно поплавать. Надеюсь, там получше с погодой обстоят дела. Вот такой вот у нас
отпуск недельный в Карелии. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и погнали. Что за боль нас ждет? Ну что, дождливый день подходит к концу, нашли Сартовалова. Сартовалова. Кафешечку под названием Сердоболечка. Должно быть вкусно. Сейчас будем ужинать вот с таким вот видом. Бум! В общем, мы в Сартовале присели поужинать с очень классным видом на озеро. Залив, перелив, отлив. Вот так вот. С пианистом, с Данисом сейчас занимаемся тут. Сейчас сколько было? Небе пролетают огни кометы, и я ощущаю эти моменты. Я жду тебя на борту, без тебя я знаю, точно упаду. В общем, инструкции, как провести классный вечер в Сартовале. Выходите на набережную, делаете мощную тренировку с видом вот на залив, на озеро. Далее идете ужинать сердоболь, и день удался. А, дочку свою будешь убирать? А? Дочку будешь убирать свою? Или она тоже подтягивается? Подтягивается, только подписчикам не показывает. Ладно. Так, четвертый подход. Это уже crazy, прям нереальный уровень. А за окном рассвет, нежит душу мою, я буду петь. Ты рядом немного побудь. А за окном рассвет, еще пару минут, я буду петь. Ты рядом немного побудь. Собственно, друзья, проезжаем рыбную ферму. Здесь мы обедали сегодня. Смотрите, какое классное место. Как видите, друзья, очень переменчивая погода в Карелии. Уже солнце, облака ушли, дождя нет. Мы держим путь обратно в глэмпинг. Чуть-чуть провести сегодня там время, потому что целый день были в Рускеале. Начинается третий день. Выбрались на соседний остров, на противоположную сторону от Карелии Лав. И сейчас будем спускаться, лететь на зиплайне. Ну, первый охрот полетит, если все нормально. Давай, давай снимай. Нет, там первый тоже нормально пролетел, а вторая застряла. Застряла? Мы смотрели «Артур, ты король», мы смотрели? Они там с великами... Да, я посмотрел недавно. Хороший фильм, да? Я тоже смотрел. Так, с ребенком вы, да? Да. Можно вот так. Входим в дремучий лес. Всякие пиявки, присоски. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Будем подниматься. Направо? Направо. Ага. Опа, тут наоборот. А, это прием. Прием платежей там написан, да? У нас тут происходит опасный подъем. Давай налево. Да.
Фу, ребята, вот это суперпродуктивное утро. Они в постели валятся. Все, как там? Хватит, ребят. Можно обратно. Так, Ахрор, все. Но обратного пути нет, он не понимает, потому что здесь единственный путь это съехать по... Вот так как мы занимались, тут точно нет пути обратно. Как это называется-то? Зиплайн, да. Все, мне кажется, мы уже почти на месте. Вот она, точка. Ахрор впервые забрался. Вот это жизнь у Ахрора. Все впервые. Вот, все, они прыгнут туда. Вау. Чуть я очкую. Ребят, все очкуют. Ты будешь все-таки снимать ехать? Да. Хорош. Подготовочка идет. Я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Полтора часа, и мы уже в Кориало-парке. Прям тютелька в тютельку успели на сплав. Сейчас вот экипировались, отправляемся плавать по карельским рекам. Погнали. Упасть можно, но если ты все делаешь согласно тому, как я сказала, держаться, то все, как правило, проходит хорошо. Первый порог называется Кривой. Рядом находится деревня Юманишки. В детстве забьем на дела. Будем просто гулять с ночи до утра. Пока они гребут, а я тут загораю. Как вода, но улыбки друзей не забыть никогда. Беззаботные лето. Давайте, давайте, вперед, вперед, полный вперед. Света, где-то, где беззаботные лето. Морская полиция поймала аборигенов. Они хотели границу пересечь. Останься одного и больше никого. Одиночество мой дом. И чувствую покой. Останься одного, и капли на лобовом. Пустой теплый балкон, я снова забыл про сон. И скоро наступит ночь, и в ней начинает день. Машины, дороги, город и улицы без людей. Немного говорили, посмотри, ну кем ты стал. Узнают то, что время расставит все по местам. В холодных серых стенах синяки не те к утру. Еще один рассвет, встречать одному. Останься одного, и больше никого. Одиночество мой дом, и чувствую покой. Останься одного, в моей квартире свет не пробивается окно. Мне не услышать голос, никогда вернусь домой. Останься одного, забраться на балкон. Среди бетонных блоков нету никого. Пустует коридор без запаха духов. И дым от сигарет идет между домов. Снова остался одного, и больше никого, не нужен никому. И целен хают, то были миражи, и все наоборот. Не доверяй никому, ведь мир уже не одно. Остаться одного, увидеть темноту, наедине с собой, влюбить в тишину. В холодных серых стенах все-таки идти к утру. Еще один рассвет, встречать одному. Останься одного, в моей квартире свет не пробивается окно. Меня услышит голос, никогда вернусь домой. Останься одного, забраться на балкон. Среди бетонных блоков нету никого.
коридор без запаха духов и дым от сигарет летит между домов. Поверь мне, будет проще снова остаться одного. Сегодня у нас такой свободный денечек в Петрозаводске. Пригнали на набережную, чтобы потренить на турничках. Вот с таким вот видом. Судоверфь. Красота. Крутая набережная, на самом деле. Посмотрите, сколько инвентаря. Никита уже здесь разрабатывает суставы и мышцы. Ну, сегодня нет дождя, по крайней мере. Вот столько, посмотрите. Снаряды. За окном рассвет, брижет душу мою, я буду петь. Ты рядом немного по пути. За окном рассвет, еще пару минут, я буду петь. Ты рядом немного по пути. В этих штанах я вчера сплавлялся. Я в них и сплавляюсь, треню и выступаю на сцене. Класс. Всегда красиво надо быть. Легендарные штаны. Да. Можно выставить они на аукцион. Были. До сплава. Ну там неожиданно было просто. Ноги ставишь и вес накидываешь. То есть, грубо говоря, ты не свой. Сейчас технику отработать. Да. И с подтягиванием это там такая же тема. А вот он вообще не грудь не нужна. Он здесь не грудь делает, он трицепс. Вот у ноги есть сет там. Да. Вообще травмы плеча до сих пор неудобно делать. Как вы знаете, я падал с мотоцикла совсем недавно. Не рекомендую летать. И травмировал плечо. Оно прям ушло внутрь в моменте, когда я меня выкинул. Я в землю воткнулся. Оно скрутилось, онемело. Потом хоп, на место встал, но неделю-две не мог нормально поднять. Даже сейчас побаливает иногда. Такие вот дела, будьте аккуратны. Лучше беречь здоровье. В моменте не ценим, а потом жалеем, страдаем. Вот Камиль мог вообще перестать ходить. Он травмировал позвонок на спине. Поэтому аккуратнее, экстрим. Спорт это такое. Лучше вот турнички, брусья, плавание, ходьба, бег. Кайф от мотоциклов я не получил особо. Ну и для первого раза 5 часов это много. Час хватил бы. И еще в лесах, где песок, где юлит мотоцикл. Повезло петрозаводским с набережной. На камеру больше надо делать. Хрор, давай. Ну, я же так не поступил. 23. Да, 24. Взрастил еще одного чемпиона. Растет. 30 уже. Вот. Скоро всех разнесет. Сегодня мы делаем суперсет. Это подтягивание, сразу брусья и отжимания. На максимум и 5 таких подходов. Только посмотрите, сколько снарядов тут. На любой вкус у нас тут. Пришли чисто постоять у воды, потому что, видимо, холодно. Ну, нормально, терпимо. У нас назревает гениальная битва. Я отыгрался 1-1. Да. Игра продолжается. А Хрур ест, какой там. Ему не до съемок в этот раз, такие крутые удары не заснял. Очень вкусно. Очень вкусно, да. И погодка шикарная сегодня была. Вот с таким видом сидим. И Хрур сверху, классно все видно на весь зал. Друзья, сейчас мы находимся в домашней студии Никиты Марвелос. И
разберем бит Панамера, из чего он состоит, как он создавался, давайте посмотрим. Здесь все очень просто. Какие-то морфиновские плагины, накиданные мелодии. Изначально была не мной. Изначально ее накидал мой товарищ. Он сейчас сидит вот в той комнате. А мелодия самая простая. Вы все ее слышали во вступлении трека, поэтому... Здесь сделан лейринг из трех басов. На... Один прописан на дюне, он дает такой электрический звук. Базовый встроенный саб-бас от FL Studio. И морфиновский делается для более плотной серединки. Здесь опять та же самая мелодия, только с небольшими изменениями по форме. Это тоже куплетный паттерн. Драмка, которую вы все слышите на протяжении всего трека. Это момент перебитовки как раз, который встречается во втором припеве. Вот он здесь появляется. Получается супер минималистичная. Супер минималистичная работа, которая состоит из буквально 6 дорожек плюс некоторые эффекты по типу таких вот склеечек или звуков. Если их не считать, получается 6 дорожек. Очень-очень минималистичная работа. Ну и вокал, который идет сверху. Плюс в конце я добавил еще настоящую скрипку. Если вы думаете, это VST-плагин или инструмент, виртуально нет. Мой консерваторский товарищ, друг, коллега Дмитрий сыграл нам целую партию на трех скрипках, можно сказать. По времени? Сколько потратил? Давай посмотрим. Проверить можно. Вроде как 11. С учетом того, что бит был написан в октябре месяце, было очень много корректировок. Мы с Раилем пробовали сделать из этого бита дрилл-версию. Мы пробовали по-разному менять. С учетом всех этих изменений, 5 часов 57 минут. Но работа чистого времени, я считаю, что здесь где-то час. Никита также пишет биты на заказ, поэтому если хотите такой же классный бит, обращайтесь по ссылке в описании, заказывайте и звучите. Очень круто. Трек уже давно доступен на всех музыкальных площадках, поэтому для удобства мы оставим ссылку под этим видео. Обязательно слушайте, добавляйте к себе, сохраняйте в Яндексе, в Spotify, в VK Music, там, где вам удобнее всего слушать. Пишите ваши пожелания, как вам трек, как вам вообще в целом влог. Ставим лайк, если хотите еще такие же влоги. Пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, и мы реализуем. Погнали. Я такой приходит.